Вторые ежегодные соревнования под названием «Севастопольский вальс» собирают под своими знаменами игроков из Симферополя, Москвы, Волгограда, Самары, Алматы, Киева, Донецка и Севастополя. Здесь проходят как одиночные, так и парные игры. Участница турнира Лиза Попкова регулярно выступает на юношеских соревнованиях. Занимать призовые места для нее – тоже привычное дело. Теперь для теннисистки представилась очередная возможность проявить свои способности. У меня много хороших соперников, я со многими девочками дружу, и мне очень нравится с ними играть. Я надеюсь, отыграть как можно больше матчей, это будет очень важно для меня, и, занять призовое место. Среди участников турнира – те, кто неоднократно становились триумфаторами юношеских соревнований, отмечает главный судья Елена Баряева. Теперь важно, чтобы в Севастополь приезжало больше теннисистов из других городов, считает она. После вступления нашего великого города в состав России, мы тоже теперь принимаем гостей со всей России и проводим такие теннисные турниры. В этом году турнир проводится с 16 по 20 июня. И так как в прошлом году у нас были в основном крымчане, в этом году просто приятно, такая география широкая. Недавно на этих кортах выступали совсем юные 8-летние теннисисты. А как только завершится турнир «Севастопольский вальс», тут же подойдет очередь первенства города. Этот турнир будет представлен лучшими игроками России. Может, даже и допускаются игроки из других стран. Я думаю, что насколько у нас приятен сейчас турнир проходящий, я думаю, что тот будет вообще замечательно проходить. Турнир «Севастопольский вальс» завершится в воскресенье 21 июня. Святослав Данилов, Владимир Милянский, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя.